Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами вместо репетитора Елена Викторовна. Сегодня мы с вами будем писать строчную и заглавную букву В. Итак, давайте начнем писать со строчной буквы В. Движение руки вверх и вправо. Делаем петельку, вниз наклонная палочка. Коснулись нижней линии. Вверх, закругляем, коснулись верхней линии. Еще раз. Вверх, уклоняемся вправо, петелька, вниз, коснулись нижней линии, вверх, коснулись верхней линии. Вверх, петелька, вниз, вверх и закруглили. Вверх, петелька, коснулись нижней линии, вверх закруглили, соединили линии. Пишем дальше. Вверх, вниз, коснулись линии, вверх, коснулись линии. Еще. Вверх, вниз, коснулись линии, закруглили. Буква В. Вниз. Буква ровно стоит на линии. Вверху тоже нигде ничего не выпрыгивает. Вверх, уклоняемся вправо. Петелька, прямая линия. Она параллельна этой линии наклона, видите? Коснулись линии, вверх и закруглили. Вверх, петелька, вниз и овал. Вверх, вниз и овал. Вверх, вниз. Пересекается на линии, видите? И овал. Вверх, вниз и овал. Молодцы. Сейчас немножко побыстрее будем писать мы с вами эту букву. Пишем. Буква В. Ориентируйтесь на вспомогательные вот эти наклонные линии. Они вам помогают писать вот эту линию. Видите, она должна быть параллельная. Тетрадку положите наискосок, ручку в руки возьмите правильно. Пишем дальше. Буква В. Итак, до конца строчки. Расстояние между буквами одинаковое. Петельки по высоте тоже одинаковые. Стараемся писать. Буква В. Вверх, петелька вниз и овал. Молодцы. Теперь будем писать с вами заглавную букву В. Заглавная буква В пишется в нерабочей строке. Прямая палочка, она параллельна вот нашим вспомогательным линиям. Чуть выше середины или с середины. Вниз. Петелька. И делаем закругление до верхней линии строки. И вниз после верхней линии строки. Еще раз. Вниз. Петелька. Закруглили, коснулись. Закруглили, коснулись. Пишем. Буква В. Закруглили, коснулись. Вниз. И как цифру 3. Пишем. Палочка прямая. Петелька, и здесь как будто цифру 3. Вверх. Вниз, петелька, и вверх, и вниз. Обратите внимание, высота букв должна быть одинаковая. Расстояние между буквами тоже одинаковое. Пишем. Петелька. Вниз. Петелька.
вниз петелька. Все, сейчас побыстрее мы с вами напишем эту букву. Пишем буква В. Побыстрее это не значит похуже, наоборот. Тренируемся в скорости письма. Расстояние между буквами одинаковое. Несколько минут в день очень полезно писать и для взрослых, и для малышей, и для всех. Пишем петелька и буква В. До конца строчки прописываем. Молодцы. А теперь мы с вами будем чередовать заглавную и строчную. Сначала напишем строчную букву В. Рядом с ней заглавную. Строчная буква В. Заглавная. Строчная. Заглавная. Обратите внимание, наклон букв везде в одну сторону, такой как наша косая вспомогательная линия. Строчная, заглавная. Строчная буква и заглавная. Строчная, заглавная. Строчная буква и заглавная. Все, молодцы. Сегодня мы с вами пописали строчную и заглавную букву В. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. Предыдущие буквы вы можете найти в плейлисте «Буквы русского алфавита» или в видеоуроке. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Пишите комментарии, ставьте лайки. На сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, друзья. До новых встреч!